Доброе утро, дорогие друзья! Суббота и воскресенье – это два самых прекрасных дня в неделе, потому что можно выспаться хорошенечко, выйти на кухню и начать готовить себе завтрак, не спеша, попивая первую кружку кофе. И сегодня мы с Сергеем решили продолжить наш тур. Да, наш тур по миру, по кухне мира. И сегодня мы с ним виртуально прилетели в Мексику. И сегодня будем готовить, Сергей. Кесадили. Кесадили. Что за блюдо кесадили? Это лепешка с начинкой. В данном случае у нас будет классический кесадили с курицей. Так. И овощами. Отлично. В томатном соусе, с сыром, с двумя видами сыра. Сначала нам нужно будет порезать перец и лук. Все равно будем обжаривать лук, поэтому, друзья, не стесняйтесь, режьте лучок крупно, но не слишком. И не плачьте. И не плачьте, самое главное. Высыпаем. Давай. Пока я жарю, Сергей будет резать курицу. Смотрите. Мы будем добавлять зиру. Зира. Да. Так. Ну, либо зира, либо кумин. Это одно и то же, только кумин молотый. Кумина у меня нет, так что мы добавим немножко зиры. Давай. Прям совсем чуть, потому что это такая очень насыщенная. И немножко кориандра. Хорошо. Все, овощи у нас, я думаю, хорошие получились. Добавляем томатный соус на основе томатов, собственно, соку, без шкуры. С добавлением базилика, немного чеснока там. То есть, вот соус. Можно просто томаты, собственно, соку. Основа нашего блюда. Готово. Готово. Осталось совсем немного времени. Для этого нам понадобится. По большому счету мы сейчас будем собирать. Да? Для этого нам понадобятся такие лепешечки. Можно использовать сырные. Берем сыр, чеддер. Отлично. Одну половину. Закладываем. Закладываем. Хорошо. Будем два сыра использовать. Чеддер и моцареллу. И моцареллу. Держи. Делаем парочку, да? Да, давай сделаем. У нас же двое, поэтому давай сделаем две порции вкуснаты. Просто вот так вот складываем. Немножко приминаем. Немножко декора. Немножко декора. Игриво, говорит мне Сергей. Пришло время жарить. Обязанность почетную, не знаю, как это назвать. Сергей, тебе. Сенсей, сенсей. Наши кесадилья подходит к концу, друзья. Ну, точнее, как подходит к концу. Мы ее приготовили, осталось ее уложить красиво на тарелку и украсить. Погнали. Наша кесадилья готова, в нее мы положили овощи, положили в нее курицу, обжарили все это на гриле. Сейчас будем пробовать вместе с соусом сальсой и со сметанкой. Приятного нам аппетита! Приятного аппетита! Давай пробовать! Давай!
Экспериментируйте на своей кухне. Готовьте вкусные, полезные, простые, а главное, быстрые блюда, как мы с Сергеем. Приятного аппетита! Адьос, амигос!